Всем привет, ребята! Меня зовут Андрей, и в сегодняшнем видеоролике я покажу, как можно сделать гостиную у себя в Майнкрафт в выживании. Ребята, а перед этим я хочу попросить, чтобы вы поставили лайк и подписочку на этот канал, так как я стараюсь, пытаюсь для вас снимать хорошее качественное видео, ну и все такое. И приятнейшего аппетита всем, кто сейчас кушает, ребята. Да. А я вам сейчас буду показывать, как это все, в принципе, строится. Для начала, ребята, вот, например, у вас есть вот комнатка, да, для гостиной. Вам понадобятся вот такие вот ресурсы. Скриньте как-то, не знаю. Для начала нам понадобится гладкий кварц, кварцевая колонна, кварцевая ступенька, незерак и огниво. Мы берем, ставим незерак, поджигаем его и... Рано подожгли. Сейчас мы делаем из... мы забыли. Нам еще понадобится черные стеклянные панели, я забыл. Теперь, ребята, вы можете спокойно поджигать. И можете не переживать, что у вас дом загорит. Это мы делаем вот так вот. И кварцевую колонну мы поправим. Все. Камин у нас готов. Теперь, ребята, мы будем делать, так сказать, столик. Нам понадобится полированный андезит, светло-серая, точнее серая стеклянная панель, белый коврик и еловые ступеньки. Да. Так, ребята, у нас будет, вот у нас будет столик, мы делаем вот так вот. Теперь это мы ставим серые стеклянные панели вокруг. И сверху на эти стеклянные панели мы налаживаем коврик. Кстати, ребята, напишите в комментариях, что мне построить следующим. Так как, ребята, я уже построил кухню, и вот для вас я показываю гостиную. Кстати, ребята, кто не смотрел прошлый ролик, я его оставлю. И, ребята, мы делаем вот так вот. Вот. Так, теперь, ребята, мы берем кварцевую плиту, горшочек и тюльпанчик. Делаем вот так вот и вот так вот. О, прикольненько. Так, теперь, ребята, нам понадобится нитка, белый ковер, книжные полки и кварцевые блоки с дубовой кнопочкой. Сначала, ребята, мы делаем вот так вот столбик в 4 блока из книжных полок. Кварцевые блоки. Теперь вам понадобится ниточку. Вот так вот положить. Вот так вот. Ага, я понял, как оно работает. Все, вот так вот, ребята, у вас должно будет получиться. И вот так вот. И доставляйте сюда вот так вот. Я вот так вот, ребята, закреплю. Типа это полочка такая вот. Да. И теперь, ребята, нам осталось повесить картинку. Это повесить я буду на... Нам надо будет чуть-чуть ее, так сказать, выделить. Вот так вот. Все. И, ребята, вот таким вот легким способом, вот такими вот легкими предметами, ребята, вы можете спокойно себе сделать уютную гостиную у себя в доме или же на сервере Майнкрафт, ребята. Вот так вот, ребята. Пользуйтесь. А на этом, ребята, я буду заканчивать видео. Спасибо, ребята, что вы посмотрели этот ролик. Поставьте лайк, подписочку. Я буду очень рад каждому лайку или подписке. И, ребята, всем удачи, хорошего дня, всем пока-пока!